Всем самое доброе утро! Мы находимся сейчас в офисном здании, где работают очень строгие, важные и серьезные люди. Чтобы хоть как-то разнообразить их рабочий день и вернуть хоть чуточку в детство, я решила в костюме клоуна раздавать им сладкую вату. Но для начала мне нужно ее приготовить. Как это делается, я не понимаю. В принципе, мне уже как объяснили, рассказали, нужно сначала одну ложечку вот сюда вот насыпать серединку. Никогда не думала, что это можно делать самостоятельно, даже, ну, не представляю. Включаем, и нам нужно нагреть. Итак, сахар разогрелся до такого состояния, что он начал вырабатывать такую сладкую паутинку. Именно ее мы сейчас и будем накручивать на палочку. В общем, у меня получилась вот такая штука, немного похожа на елочку, как раз в преддверии Нового года, на ватную елочку. Надо кому-то подарить обязательно. Только сначала нужно еще пару штук сделать. Только я могла такое сделать. Ну что, я думаю, пора нам уже двигать к ребятам в офисах, прям заглядывать к ним неожиданно и дарить радость. Надеюсь, они нас не пошлют. Мы сегодня дарим людям радость и сладкую вату. Улыбайтесь побольше. Вот вам сладкую вату, держите, радуйтесь. Мы сегодня дарим людям радость и сладкую вату. Мы хотим, чтобы ваш день был, каждый рабочий день был насыщеннее и интереснее. Спасибо. Здравствуйте. А мы пришли дарить вам радость. Пожалуйста, возвращайтесь иногда в детство, радуйтесь жизни и делайте свою работу с любовью и радостью. Вот так вот. Вы крутые. Ура, диван! В общем, друзья, оказывается, офисные работники тоже умеют улыбаться и радоваться. Чего вам и желаю. Приносите друг другу радость и самого вам доброго утра. С вами была Ира Ширшина. Пока-пока!